Егор Борисов провел ледовую разведку с воздуха в руслах Лены и Алдана. С вертолета Ми-8 глава Якутии совместно со специалистами оценил ледовую обстановку на территории Хангаласского, Намского и Усть-Алданского районов. В связи с поступившими сигналами о резком подъеме воды у поселков Дыгдал и Черектей. По итогам облета Егор Борисов сделал вывод, что ледоход на обеих реках проходит в основном по руслу. Мероприятия по распиловке и зачернению льда выполнены в полном объеме. Ведется оперативный мониторинг гидрологической обстановки. Все службы приведены в состояние повышенной готовности. Особое внимание уделяется информированию и оповещению населения о складывающейся паводковой обстановке. О прогнозируемых чрезвычайных ситуациях также проводится пропаганда безопасного поведения населения во время паводка.